Бывший мэр автомобильной столицы США Детройта Кваме Килпатрик приговорен к 28 годам тюрьмы. Экс-градоначальника признали виновным в коррупции еще весной этого года. Как сумели доказать прокуроры, за время работы мэром Килпатрик активно занимался рэкетом, вымогательством, мошенничеством в сфере налогообложения, брал взятки и использовал свое служебное положение для личного обогащения. Перед объявлением приговора экс-мэр извинился перед судом за все свои деяния. Адвокат 43-летнего Килпатрика просил для него 15 лет, однако судья настояла на максимальном сроке в свете исключительной серьезности дела. Килпатрик руководил Детройтом в период с 2002 по 2008 годы. Защита сразу же заявила о намерении подать апелляцию.